Кроме того, на сессии городского совета депутаты не поддержали идею освобождения улиц города от рекламы. Представитель партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Роман Сенник предложил избавить Одессу от многочисленных билбордов, акцентируя внимание не только на внешнем облике города, но и опасности светодиодной рекламы для транспортного движения. Управление рекламой Одесского горсовета точными данными о количестве размещенной рекламы не владеет. Каким образом выдаются разрешения на размещение рекламных объявлений – большой вопрос. Задал вопрос письмом управлению рекламы. Сколько у нас бордов в Одессе? Знаете, что мне ответили? Мне ответили, что у нас нету такой нормативной базы, которая нас обязывает ответить вам, сколько у нас бордов. У нас всего лишь 6533 разрешения на размещение рекламы. То есть все. А где, чья это собственность, чья на аренде находится и так далее, ответа никакого нет. Реализация сокращения рекламы в городе состояла из нескольких этапов. Формирование открытой базы для выдачи разрешения на ее размещение, а также сокращение рекламных установок на улицах города. К слову, на сессии Одесский городской голова сам изъявил желание сократить количество бордов в 2 раза. Но в повестку дня инициатива так и не попала. Желание документально подтверждено не было.